Департамент экономических расследований Мангистауской области расследует уголовное дело по факту организации незаконного игорного бизнеса. Дело открыто в отношении гражданина 1988 года рождения микрорайона Куктим-Жанаузе. Гражданин И был задержан сотрудниками ведомства при попытке сдачи взятки. Он отправлен в изолятор временного содержания. Установлено, что задержанный гражданин ранее привлекался по статье 307 УК РК за организацию незаконного игорного бизнеса на территории области. 8 декабря текущего года гражданин И при попытке дачи взятки сотрудникам департамента за общее покровительство и незаконного игорного бизнеса задержан и водворен в изолятор временного содержания города Ахтау. Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято по результатам расследования. Иная информация, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, в интересах следствия разглашения не подлежат.